Что, друзья? Проснулся я минут назад. Час 21. У меня пропал интернет, поэтому, блин, я хотел залить видос. Но пока не знаю, что делать. Надо поесть. Еще надо умыться, почистить зубы. Ну и пока, наверное, сяду монтировать следующее видео. И за ним еще одно. Поэтому второй день моего больничного. Сегодня, возможно, поговорим про марафон, про самую важную часть, которая состоится, я надеюсь, 27 октября в мое день рождения. Поэтому мы начинаем. Приятного просмотра. Поехали. Короче, друзья, какой у нас сейчас план? Мы берем температуру и смотрим, есть ли она у нас или нету. Если есть, это будет крайне приятно. Я пойду в душ, наконец-таки, за несколько дней, первый раз. Если она есть, то мы не идем в душ, что крайне неприятно. Поэтому, друзья, меряем температуру и ждем. Ну что, друзья, температуры у меня нету. Поэтому можно спокойно идти в душ. Что мы сейчас и сделаем. Что, друзья, время уже очень много, и самое время подкрепиться и поесть наконец-то. И сегодня у нас снова картоха, снова салат овощной и, конечно же, котлетос. Как без них? Куда без них? Поэтому сейчас я поем и начну рассказывать вам о марафоне уже поподробнее и буду оповещать посерьезнее вещи. Поэтому, друзья, увидимся прямо сейчас. Для меня это будет минут 20/10, а для вас один кадр. Вперед. Это, друзья, вообще великолепная какая-то программа. Я уже залипаю минут 10, наверное. Тут в этом деле главное вовремя остановиться и пойти делать свои дела. Ну что, друзья, начнем. Сегодня мы с петлей будем экспериментировать. Первый раз записываю видос с петличкой. Итак, по марафону. Я уже говорил в каком-то из видео, я не помню, что я планирую марафон, забег от Коркино, либо Челябинска, до Екатеринбурга. Расстояние 200 километров, по моим расчетам, плюс-минус. Это в день пробегать 50 километров, но, как меня неправильно все понимают, не сразу. То есть 50 километров мы будем разделять по 2 километра, бежать по 1 километру, по 500 метров. И так с каждым днем 50 километров будут накапливаться. Ибо 2 километра, как многие уже в историях в Инстаграме видели, я бегаю каждый день по 2 километра. Подтекст: сейчас я пока не бегаю, ибо у меня болезнь. Но болезнь, наверное, позже, если не забуду. Бегал почти месяц, оставалось буквально 3 дня.
по 2 километра. 2 километра это 10 минут. 10 минут бега. То есть без остановки. И это легко. И это легко, если потренить хотя бы сейчас начать. И до 20 плюс-минус октября. Будет легко. 2 километра. Ты пробежал, остановился, отдохнул. Сколько тебе надо? 10, 15, 20 минут. И побежал дальше. Побежал 2 километра. В принципе, никуда не торопясь. Никуда не медля. Обычным своим бегом. И так 2 километра. То есть, если посчитать даже сейчас. 2, 2, 2, 2, 2. То есть, 2 на 5 уже 10 километров. Можно пробежать за час спокойно, то есть на изи, так сказать, с отдыхами, плюс-минус за час, то есть плюс-минус. В принципе, за 10 часов можно пробежать 50 километров с отдыхом. Хотел, были планы, то есть в походе появилась идея невероятная какая-то, вот эта идея, чтобы воплотить ее в жизнь. И я вам скажу одно, что несмотря ни на что, эту идею я буду воплощать. Будут меня останавливать родители, либо же будет меня останавливать, глава Коркинского муниципального района. Либо будет меня останавливать какой-то друг. Нет, друзья. Окончательно я доведу то, что задумал, до конца. И хочу сейчас сказать о главном. В планах было собрать Коркина, ребят, любых, кто, у кого бешеные, планы на жизнь, кто в приоритете от любых разрывных планов, задач, и собрать из Челябинска людей, пойти в пресс-службу, заявить, неважно, будут ли они наблюдать за нами, транслировать все это дело, либо же не будут, без разницы, наша задача заявить. Было в планах собрать пацанов на машинах, чтобы можно было сопровождение устроить хорошее. Как только я начал решать задачу, решать с сопровождением, с машинами, все, друзья, вот они мои планы, вот они, и просто, знаете, как гора вниз рухнули. Я понимаю, что, во-первых, друзья, это бюджет. На сопровождение я собирался там плюс-минус 5 машин. То есть, представьте себе, на бензин за неделю. Сопровождение, возможно, будет какая-то одна машина, кто реально искренне захочет мне помочь. Во-вторых, проблема с дорогой. Если мы собираем людей, то опять-таки нужно думать, где мы будем бежать. По дороге? Нет. Нет, друзья, по дороге мы не побежим, потому что нас остановят, нас примут. И нас отвезут откуда? Нас отвезут туда, откуда мы начали свой путь. Были планы бежать по обочине. Как мы шли с Саней. Как мы шли с Саней 1500 километров, также бежать по обочине 200 километров. Но и это фиговая идея, друзья. Это риски. Я понимаю, что, да, я рискну. Но жизнями других людей, это уже другой разговор. Я ответственный за тех людей, за которых я сейчас призываю. Но и решать надо это все, по-взрослому, друзья. Если нацелил на такое, то и будь добр, уровень держи. Слишком сложно, друзья. Я нацелил на такую штуку, что, ее сложно реализовать даже, повлиятельнее меня человека какого-нибудь.
Это очень сложно, друзья. Это очень сложно. Но одна вещь, она никогда и ни за что не провалится. Это мое желание, друзья. Это мое желание. Сделать это. Так говорится, just do it. Just do it, bro. Какие окончательные планы? Вчера созванивались с Саньком. Что, блин, меня капец обрадовало, друзья. Улыбка поднялась нафиг просто до ушей. В субботу я приезжаю к Сане. И мы начинаем обсуждать, скорее всего, в первую очередь по этому марафону. Потому что он побежит, друзья, вместе со мной, я уверяю. Не то, что я уверяю, я уверен, что он побежит вместе со мной. Потому что, друзья, одна штука остается неизменной, друзья. Как-то раз Саня подкинул мне идею. Говорит, бро, я пойду пешком до Калининграда. Я говорю, фигня, бро. Ни о чем. Мне не нравится эта идея, мне другие приоритеты на жизнь. В один прекрасный день. Саня, пошли в баню, приезжай. Читаю от него сообщение. Бро, я приду пешком. И все. С этого момента просто глаза по 5 рублей. Я понимаю. А почему нет? А я хочу попробовать. Пойду я к нему навстречу и придем мы ко мне в баню. И именно тогда зародилось. Что Саня реально повлиял на мою жизнь, как никто другой, друзья, как никто другой. В этом я вас уверяю. Возможно, повлияли книги, повлияли видосы, которые я смотрел каждый день по мотивации. Но Саня, друзья, не сравнится ни с чем, ибо он отправил меня в поход, можно сказать так. Ладно, сошли немного с темы, к чему я это говорю. Однажды Саня перевернул всю мою жизнь и потянул меня за собой. Теперь мой долг расплатиться с ним. И я зову Саню бежать со мной. И я хочу также помочь Сане. Он, друзья, он прям горит. Горит тем, чтобы попасть в новости и светануть. Он хочет стрельнуть, друзья. Он хочет сильно, сильно стрельнуть. Я не могу просто упустить этой возможности и помочь, бро. Поэтому в любом случае мы побежим вдвоем. Будем ли мы вдвоем? Будет ли нас 500, либо 1000, либо 100, либо 10? В любом случае мы побежим. Но проблемы, они всегда будут, друзья. Они всегда будут и останутся при тебе. Видео приостановлено, я надеюсь, только что продолжим. Проблема, друзья, это возможность. Это лишь возможность, друзья, научиться. Когда у вас проблема, когда у вас полная задница, друзья. Думайте. Я сейчас что-то буду делать, и главное думать, и главное запомнить, что я сделал. И прийти к итогу, прийти к результату и понять, где я накосячил, в чем я накосячил, как в следующий раз я могу не сделать свои ошибки, не повторить ее. Поэтому, друзья, проблемы даже сейчас, они остаются. Главное учиться, учиться и еще раз учиться. Надеюсь,
все досмотрят это видео до конца. Я еще вставлю в самое начало интро. Поэтому, друзья, как никогда, друзья, я прошу вас сейчас поддержать это видео. Поддержать именно это видео. И распространить его, блин. Искренне прошу вас, друзья, искренне прошу распространить это видео везде. Если здесь есть мои бро, то они помогут, друзья. Я уверен, то они помогут мне. Оставить этому видео лайк не обязательно. Сейчас, окей, сейчас именно не обязательно подписываться. Но факт остается фактом. Кнопка подписаться, если горит красным, то уже вы знаете, что делать. Но если не в шутку, то надо распространить именно это видео. Пошло, по-моему. Сегодня как раз-таки, походу, тот день, когда нужно заканчиваться месту на карте памяти. И приостанавливать запись на фотике. Именно про эти проблемы плюс-минус я и говорил. Вот вам пример, друзья. Во время съемки приостановилась запись и закончилось место на карте памяти. Что делать в следующий раз? Перед съемкой у меня есть две карты памяти. Проверить, очистить, оставить и закинуть, которая побольше. Продолжим, друзья. Я попрошу всех распространить, пожалуйста, искренне, от чистого сердца, прошу, распространить именно это видео, если это возможно, в каких-то пабликах, своим друзьям, своим знакомым, всем абсолютно, друзья, всем, чтобы это видео посмотрело как можно больше людей, и чтобы оно распространилось как можно на большую коркинскую / челябинскую аудиторию. Это, друзья, будет просто бум. Я вас уверяю. И если я пойму, что вы поддерживаете то, что я прошу, то я сделаю, друзья, из этого, из этой истории то, чего вы не будете ждать. Я сделаю слишком высокий уровень, друзья. Пусть он будет корявый какой-то, фиговый, но я сделаю. И я буду делать этот уровень. Если, друзья, вы поддержите это видео, оставите лайк, комментарий по желанию. И обязательно распространить это видео, друзья. Обязательно. Когда, друзья, высказался реально вам сейчас, то появилось такой настрой, блин, которого не было никогда. Плюс, друзья, почему 27 октября? Вот прямо сейчас, на 5 секунд я остановлюсь. И сами подумайте, либо напишите в комментариях, почему я хочу побежать 27 октября. Давайте, друзья, 5 секунд. Раз, два, 3, 4, 5. Все, друзья, время вышло. 27 октября. Кто не знал, это мой день рождения, друзья. И мне исполняется сколько? Еще одна попытка, друзья. 5 секунд даю. Сколько мне исполняется? Раз, два, три, 4. И 5, друзья. Мне исполняется, друзья, на секундочку, 18 лет. 18 лет. Не знаю, друзья, что сказать. Ибо чувствую я себя все те же 16-17 лет. Но 18 никак. В душе я еще, блин, ребенок, полный планов разрушать этот мир к лучшему.
Но 18 лет, друзья, я точно не осознаю. Ибо 17 лет я еще не принял, а 18. До свидания просто. Поэтому, друзья, надеюсь, я объяснил вам все свои планы на этот марафон. И все будет четко. Но оно будет идти так, как оно пойдет. Поэтому все, друзья. Еще много новостей для вас. И это одна из. То бишь, есть после этой новости еще пару, но из этих пару есть одна, которая не будет укладываться ни у одного, наверное, человека в голове. Возможно, будет, но не мало у кого. По марафону, в принципе, все. То, что хотел, рассказал. Какие планы сейчас? Монтируем видос, ибо у меня еще на впереди еще надо смонтировать два видоса плюс этот. Поэтому, друзья, дел еще очень много. Надеюсь, вы не перемотали и досмотрели до конца, и мы продолжаем наш день на больничном. И еще пару слов о моей болезни. Я говорил, есть два варианта, чего я болею. Либо я сходил в душ, спустя 20 минут-30 я побежал на тренинг, вспотел и заболел. Но, друзья, у меня было такое, когда я вспотел на улице на пробежке, было холодно, подул ветер, и я простыл. Но такой фигни не было, я расскажу, друзья. Во-первых, из-за чего произошло? 99% это межреберная невралгия. Какая-то, может быть, не межреберная, какая-нибудь грудная, наверное. Короче, как все происходило? Под вечер какого-то дня, не помню, 3-4, неважно. Я понимаю, что я вдыхаю немного. И у меня потихонечку начинает болеть вот эта вот часть груди. То бишь, вот это. И просто начинает пульсировать. Но окей, я думаю, пройдет. Следующий день, следующее утро, уже, блин, фиговит. То есть уже болит побольше, и вдыхая уже тоже болит. Уже дает в плечо, уже дает где-то в горле. Окей. Третий день, уже капец, друзья. Уже ад, просто ад. Я не могу уснуть. Я ложусь на вот это плечо, и все, друзья, я не могу. Просто я двигаюсь больно нафиг, так сильно, блин, что я просто вот так вот. Я бы, если я сейчас сидел в тот день, то у меня бы сейчас просто разрывалась грудина. Это было, друзья, невероятно больно. И я кому-то писал, что, блин, такой боли я еще не испытывал. Никогда. И продолжалось это все, короче, 4-3 дня, вот эта боль. И позавчера я начинаю ложиться 2-3 часа ночи, и я не могу уснуть, друзья. Я просто не могу закрыть на 5 минут глаза. У меня просто болит так сильно вот это плечо, что я готов послать все нафиг просто. Я попросил маму, она помазала мне плечо. На следующий день я вообще огурцом. Я просто офигеть. Я чувствую себя, как будто я бог. Сегодня тоже. Сегодня уже топ. Самочувствие 100 из 10. Но мы еще восстанавливаемся. Будет еще одна новость, друзья. Если успею, расскажу сегодня. Если не успею, расскажу завтра. Наш больничный начался вчера.
и закончится завтра, то есть 3 дня. Если сегодня не успею рассказать, расскажу завтра об одной штуке, в которую, друзья, я влюбился. В которую я влюбился, наверное, с 10 лет. Но огонь разгорелся во мне недавно. Ну, как сказать недавно, год-два, где-то так. Поэтому, друзья, все, друзья, точно. Теперь мы заканчиваем. И увидимся с вами чуть позже. Вперед. Спасибо, что выслушали меня. Те, кто выслушал. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And fuck all the doubters. They're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns. Вперед, как раз, друзья, на улице за несколько дней. Кайф, друзья, кайф. Давайте что-нибудь обсудим, потому что не пахнет, не пойдем. Ну что, зачем? Не держите. Ну что я буду с товаром, что вам там надо? Телефон мне не надо получить. Да, блин, так хатка. Нет, не стирайте. То самое чувство, когда тебя в квартире оставить что-нибудь из продуктов. И ты оставляешь свой телефон. Мне, друзья, нечего терять, ибо я живу в 5 метрах. Но бегать, блин, я не хотел, конечно. Поэтому летим за 9 рублями. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. But you're never gonna make it. Все, друзья, спокойной ночи. Увидимся завтра. Yeah.